Около 200 бездомных псов выловлено за прошлый год в столице Коми. При этом проблема до сих пор не решена. На горячую линию общественного совета при МВД поступило немало обращений от жителей. В ноябре месяце мы переселились на промышленную и заметили, что там очень много собак. У меня есть дети, поэтому я думаю, надо было как-то решить эту проблему. Позвонила в администрацию, сказали, что есть человек, который непосредственно занимается проблемой собак в Сыктывкаре. И поэтому позвонили, сказали, что приняли заявку, отправят заявку в Верхний Чоп, в службу, которая занимается отловом, но собак не уменьшилось. Как нам быть? Мы вопрос зададим руководителю компании, тем более, что они у нас тендер и по 2018 году выиграли. То есть одно и то же предприятие, поэтому как бы ничего не изменилось. Есть с кем общаться, есть кому задать вопрос. Безусловно, мы проверим эту информацию. Если есть необходимость, ответ вам подготовим, если свои реквизиты оставите. Интересно, что многие безнадзорные животные, которые якобы ведут себя агрессивно, с ошейниками. К сведению владельцев, для них собаколовы исключений не делают. Почти неделю потеряшек держат на передержке, а потом все. К слову, сегодня жалоб, касающихся безответственных владельцев, немало. Не действует на них даже просьба собственных соседей следить за питомцем. Еще могу посоветовать. У вас же есть участковый, да? Есть участковый, который промозглен, да. Ну, есть. Вот обратитесь с ним, пускай пробеседу только в лучшем случае он может провести с этим собственником этой собаки. Пробеседа. Ну, не и, больше, и, да. И, у них... Иных полномочий у нас, в том числе, отстреливать собак таких нет. Первое, что рекомендуют эксперты при встрече с бесхозными животными, обратиться в местную администрацию. Там на письменные заявления обязаны ответить отчетом о выполненной работе. Еще можно позвонить напрямую компании по отлову, обслуживающую территорию. Выехать на вызов, как правило, сотрудники должны за 10-15 минут. Убежать не получится.